Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем с тобой, наверное, здесь эволюцию. Прошла только она, интересно, или нет? Фигушки. Значит, нам опять придется ждать. И ждать 59 минут. Окей. Давай тогда заберем здесь. Так, 50 долларов в копилочку. Здесь откройте два набора карточек. Это я уже сделал. Ну и как обычно, у нас ПВПшка. Использовать ускорение и собрать моды. Собрать моды. Давай-ка что-нибудь попроще. Ну вот, например, вот это вот. Блю. Что ты нам дашь, а? Блю. Супер редкий мод, какой же это будет у нас? Опа, клон. Копирует показатели атаки и здоровья противника. Такой, знаешь, себе. Хотя, может быть, даже пригодится, да, этот модик. Ладно, использовать ускорение и покормить не менее 4 динозавров. Ну, насчет кормежки-то у нас тут все довольно легко и просто. У нас многие динозаврики хотят, естественно, прокачаться. А для этого их нужно покормить. Так, тут у нас какое-то здание. Ага, все, построили. Деньжата, естественно, я собираю, потому что они очень быстро у нас заканчиваются. Жалко, нету какого-то, знаешь, у нас автосбора. Приходится вот постоянно вот так кликать. Что очень даже напрягает меня. Так, здесь. И здесь. Все, да? Вот этот вот значок, это означает, что они ожидают эволюции. Но так как у нас занято с тобой все там, им придется еще подождать. А уж сколько времени, не знаю. Ближайший час это точно им придется ждать. Так, здесь тоже забираем. Вроде все. Кстати, у нас с тобой новый босс. Смотри, какая фигня. Я так понимаю, что это типа акулы. Так, у меня вот этот коммерческий центр тоже весь завален деньгами. Причем денег-то не так много. Где-то тысячонка, где-то 800 монет. Вот здесь, да, 7000. Ну что, вроде бы все собрал. Еду, почему я не заказал еду? Это, конечно, мой недочет. Ну что, теперь кормим. Нам нужно покормить с тобой не менее 4 динозавров, сказали. Твою налево. Так, ладно, Оуэн, иди. Справляйся сам. Здесь сделаем вот так. Начать эволюцию? Нет. Не будем пока ничего начинать. А это у нас кто? Это Капразух. И последнего кого? Давай вот так вот сделаем с тобой анкилозавра. Все, ребят, задание выполнено. Как только какое-то задание выполняется, у меня сразу начинается паника. С чего вдруг? Схватки. Ну что, друзья мои, давайте смотреть, что у нас тут по схваткам. Во-первых, события, естественно. Птерозавры. Минимум модов один. Плюс схватка редких. Йок, Макарок, ты посмотри. Статуя колосса. Кто ты такой? Слушай, я хочу глянуть, ребята. Награда сообщества. Ух, трешовый чувак. Значит так, он у нас относится вот к этому разряду. Значит, пойдет против него хорошо Рамалеозавр. Дальше кто? Архилон. Блин, а вот эти вот все как-то не особо хорошо заходят, да? Ну, давай, наверное, возьмем Псифодерму. Поехали. Просто хочется посмотреть на этого босяцкого. Что он вообще из себя представляет. Ну, я так понимаю, это какой-то супер-пупер мегалодон. Воу-воу-воу. Вот это жесть. Вот это жесть. Ты глянь на его габариты. Так, у него атака 234 идет. Поехали. На тебе. По шиям. Блин, сейчас пропишет, чувствую. Нет, не стал ничего делать абсолютно, ребята. Меня это немножко напрягает. Давай вот так вот сделаем.
Ага. Так, у меня есть одна защита. Блин, он копит. Друзья, он копит бонусные очки. Вот что я тебе хочу сказать. Я тоже буду копить. Так, 4 у него, да, очка уже есть. Будет он их тратить, нет? Ни черта не делает, не тратит он. Твою налево, блин. Раз, два, три, раз, два, вот так сделаем. Сколько у него? 6 бонусных очков. Все-таки решил все потратить. Ага. Ничего у тебя, парень, не вышло. А теперь моя очередь атаковать. Я на полную, ребята, катушку. Вот так-то. Замечательно. Уровень босса 2. Явился, не запылился, да? 2 атаки. Ну, понятное дело, мне тут крышка, конечно. Ну что же. Если я все... Давай все сольем. Неплохой показатель. Ну, нам крышка, друзья. Он сейчас нас, естественно, порвет здесь. Он потратит 3 очка, да? Я боюсь, что психодерма здесь не справится. Плюс у нас всего лишь 74 урона. Ладно, давай сколько сможем. Потому что это бесполезно. Но 309 все-таки урона нанесли. Ладно. Блин, конечно, хотелось бы как-то побольше уничтожать боссов. Но дело в том, что у нас с тобой очень слабенькая прокачка. Всего лишь 10 уровня. Было бы 20 или 30, было бы намного лучше. Но я посмотрел. Мне понравился босс. Очень так солидно выглядит. Почему-то мне даже захотелось сыграть в игру. Как она называлась-то у нас? Голодные эти, голодные акулы. Так, ну что, 10 тысяч я принес в копилочку нашему сообществу. И даже заработал 100 ДНК. А тут, видишь, нанести 1000 единиц урона. Потратить 20 очков на существ категории переждать. Не знаю, что это такое, переждать там что-то. Так, по новостям у нас что? Ничего, да? Ладно, фиг с ним. Здесь забираем с тобой ДНК. И пойдем уже на события. Так, птерозавры. Минимум модов 1. Ядрить, макарить. И это сколько там? 3 поединка надо будет, да, сыграть? 3. Давай, может быть, все-таки вначале на схватку редких сходим хотя бы. Да, пожалуй, начнем отсюда. Ну, тут вообще на изи. Что это такое нам дают? Против этого я возьму бронитозавра. Против этого хищника мы с тобой возьмем Нет, стегоцефал слишком слабенький. Блин, ну неужели лимноселиса придется брать? Ну ладно, давай его возьмем. И против диплокауса мы возьмем с тобой тропиогната. Погнали. Ну, естественно, первый поединок, я думаю, будет довольно легеньким. Простеньким. Ну что, будем влуплять. Я боюсь, правда, он на майонгозавра переключится. И, скорее всего, нас уничтожит. Но мы посмотрим с тобой. Да. 116 к атаке. Убить не убьет, но покалечит может хорошо. Поэтому мы меняемся. И также сделаем с тобой урон. Ай-яй-яй. Вот тут я оплошал. Так, он наверняка будет брать сейчас летуна. Нет. Не стал брать летуна. Что ж такое-то. А ну-ка. Я понял. Он все, ребята, очки скидывает на Гатса. И Гатс меня, конечно, тут сейчас порвет. 3 атаки сделает. Ну, а мой травоядник ушатывает, конечно же, Гатсу. Он все слил, да? Он все слил. Поэтому достаточно одной атаки.
и взять бонусы. Опа, а вот тут я обделался, как всегда. Почему я посчитал, что он все слил? Ай-яй-яй. Беда. Да ладно. Вот это новости. Что же нам теперь тут сделать-то? Раз, два, три. Давай так попробуем. То есть он все сливает в летуна. Абсолютно все. Пробить не пробьет. Неужели все в защиту ставит? Я рискую. Ребят, я рискую очень сильно, но выигрываю. Да. За счет того, что у него оставалось мало здоровья. Все. Победушка за нами. Так, ну это был первый только поединок, так что не стоит расслабляться. Опять какая-то тут кипишня у нас началась. Двигаемся дальше. Так, ну здесь, ребята, Тодзия. Против него пойдет Алангозавр. Против Бронитозавра пойдет еще один Алангозавр. И против Гацы пойдет у меня Трицератопс. Все. Блин, ну за каждый поединок тратить по 200 тысяч, прикинь, а их 4. То есть 800 тысяч просто лям выкидываем в никуда. Ну что, атака? Давай, Алангозавр. Прекрасно. Так, он сейчас будет менять? Ах ты, жулик ты навозный, а? Еще и атакует. Ну что ж, давай померимся силами, раз ты так хочешь. В атаку. На тебе. Ну нет смысла ему менять сейчас никого, ну нету. А он зачем-то меняет. Берет бронитозавра. Еще и атакует, а? Ты гляди. Ну ты напросился. Ты, парень, напросился. Так, ушатываем, короче, моего. Получается, выходит Гатса. Это я его так сокращенно, ребят, называю. Ну и что же он сделает? Уничтожает, понял. Хорошо, нет проблем. Ты сам напросился, хлыщ. Так, нам нужно с тобой сделать две атаки. Но на всякий случай сделаем три и возьмем бонус. Угу, вырубаем. И выходит Тодзи. Это я тоже так его, ребята, сокращаю. Тодзиангозавр. Полное его название. Ну что, наверное, все сливать будет, конечно. И наш Алангозавр тут как тут. То есть ты сам понимаешь, да? Он его просто сейчас разорвет. Все сливаю в атаку. Хотя тут достаточно было и одного удара. Но самая главная победа. Это вторая, еще две впереди. А динозаврики у меня кончаются. Динозаврики кончаются. И когда у нас с тобой лимит кончится, я не знаю, что мы будем делать. Тратить бакинские? Не хотелось бы. Так, ну что, очередная битва. Значит так, здесь у нас Пеликанимим. Против него у меня пойдет Алангозавр. Против Диплокауса. Здесь лучше, естественно, вызывать летуна. Но летунов у нас, по-моему, не осталось. А нет, есть Колоборинг. Я думаю, он здесь зайдет лучше всего. И еще один Пеликанимим. Ну, наверное, возьму Гуанлунь. Вот так. Единственное, не хотелось бы, конечно, здесь сфейлиться. Так, ну, первая атака, естественно, сразу пойдет в лицо. Сейчас он будет 100% менять. Он возьмет Диплокауса. 100% тебе говорю. Ну, вот. Еще и атаку сделает, да? Нет. Смотри-ка, ничего не стал делать. Ну что, я, наверное, предпочту взять бонус.
Смотрим. Твою налево, поменял, ты прикинь, поменял. Естественно, тоже меняем. И все сливаем. Подожди, зачем? Ну да, все сливаем. Раз, два, три. Минус. Так, следующий пеликанимим выходит. Ну, свои 40 атаки он, ребят, здесь не воплотит. Ему придется менять, и он меняет. 95 к атаке, то есть все сливает, и он меня побеждает. Но в этом случае тогда мы его побеждаем с тобой с помощью нашего колобаринха. Да? Так и должно быть, да? Именно так. Адьюс, амиго. Увидимся на том свете. Ну что же, и выходит последний у него пеликанимим, которого Гуандунь, в принципе, с удовольствием сожрет. Давай, выходи, родной. Так, все в атаку. Пока. Ну что же, третий поединок прошел тоже довольно неплохо, как по мне. И остается последний, четвертый. И у нас с тобой, кстати, есть с кем побороться и кого взять. Последнее, ну-ка. Берем с тобой Аланга. Подожди. Нет, здесь вначале возьмем аргентинозавра. Потом, блин, а мне что, летунов нету? Есть Аланка, есть... Ну, придется брать тогда Тропиогната. И брать уже Алангозавра, понятное дело. Все. Ой, зачем? Зачем ты так делаешь? Ну, ё-моё, ну... Раз... Раз. Да не ты, не ты. Тропиогнат мне нужен. Раз, два. И теперь последний, это у нас Алангозавр. Все, старт. Ну, я думаю, порвем. Так, аргентинозавр неплохо бомбит на 108. Сразу в лицо, естественно. На тебе. Ему, конечно, есть смысл менять, наверное, а? И он так и делает, ребят. Он берет тоже аргентинозавра, но он слабее, чем мой. А мы с тобой сделаем вот так вот. И причем сразу выносим его. Хотя он может поставить защиту. Да, он поставил защиту. Вот жук навозный, а. Ладно, не беда. Сейчас диплокалуса будет брать. Нет, парень. Ты слишком слабенький. Мы чересчур мощны для тебя. Да, мы его, наверное, просто возьмем сейчас и ушатаем. Этого будет достаточно. Плюс бонус. Гуляй, Вася. Ну что, аргентинозавр, вот ты и попал. Причем по-крупному. Тут уже тебе никто не поможет. Да хоть ты заменяйся. Ничего тебе здесь не поможет. Этого тоже вырубим. Тем более с полтычки. Поехали. Я все, ребят, сливаю. Потому что я больше уверен, что аргентинозавр нам ничего не сделает здесь. Понимаешь? Он, конечно, попытается что-то. Может быть, даже всю атаку, все очки свои в атаку слить, но это, ребят, безрезультатно будет. Ты сам видишь. Так что вылупляем по полной программе. Вот и все. Победа здесь за нами. Безоговорочная. Теперь нам остается только лишь забрать наши призы. А призы у нас будет с тобой, естественно, рулетка. Хотя, подожди, какая рулетка? Там пак должен быть. Нет, рулетка все-таки. Ну, и что? Вылет. Ну, как ты уже понял, игра у меня вылетела. И вот нам достался с тобой Диплокаулус. Не самый лучший вариант, конечно. Не валяй плавника. Среди высоких тростников плывет странный плавник. А почему плывет странный плавник, а изображен какой-то совсем другой динозавр? Да, очень интересно. Да, господи, ну давай, давай, сыграем. Хорошо, кто это у нас? Велоцираптор? Нет, это пирораптор, по-моему. Нет, велоцираптор. Окей.
Самые слабенькие, самые ребята. Ой. Да что ты, ёк-макарёк. Засмотрелся на его вот этот вот коготь и вспомнил, как он, ребята, им пользуется. Когда он запрыгивает на спины тем же самым бронетозавром или еще кому-нибудь. Именно этим когтем он разрывает плоть. Да-да. Так, существо поймано. Окей. 220 опыта. Так, ну что, здесь мы с тобой забираем награды. И теперь ПВП-сражение. Ну, у нас два варианта. Либо идти на ПВП-сражение, да? Либо идти на события. Давай посмотрим по событиям. У нас с тобой птерозавры. Птерозавры, конечно, хотелось бы, ребята, поиграть. Смотри-ка, белая мгла скоро. Через 2 часа 45 минут. Ух, оторвемся. Так, ладно, короче, я все-таки рискну. Там, правда, минимум один мод было написано. Что у него за моды стоят? Повышает показатель атаки на 40% и снижает УЗ на 25%. Неплохо. Увеличивает урон на 15%. Увеличивает запас УЗ всех существ в команде на 15%. Блин. То есть он их хочет вообще сделать какими-то имбовыми. У меня есть... да, у меня есть... Кто может противостоять им, например, Эниозавр. Раз. Я не знаю, Анкилозавра может быть взять. У него одни летающие. Одни летающие. Плюс, блин, тут гибрид легендарный и редкий. Вот как вот с ними тут драться? И возьмем с собой Эрликозавра. Ну, а что делать, ребят? Так, теперь давай смотреть, что у нас есть. Есть токсин. Есть шипы. Шипы что там делают? Когда существо атакует, оно наносит в ответ 50% урона. Как бы неплохо. Неплохо, если честно. 50% урона. А вот это что такое? Увеличит показатель атаки всех союзных существ на 100. Блин, у них атаки-то еще такие мощные. У этого вообще 500... 19 атаки. Как мне тут с ним быть? Повышает показатель атаки всей команды на 10%. Фигня. Увеличит урон. Да это фигня. 15% к урону. Это бред. Да нет, это тоже не то. Клон. Копирует показатели атаки здоровья противника. Что? Вот это, кстати... Копирует показатели атаки и здоровья противника. Вот это нам, наверное, нужно. Но поставим мы, наверное, вот сюда. И сюда. И сюда. Ой, куда ты убрал-то его? Эй, верните. Давай, да ёк-макарёк. Давай попробуем через клона сыграть, а? Поехали. Подожди, не помню, что. Минимум один мод. Так, что ли? Чтобы сейчас ход не вы... А, господи, мне нужны птерозавры. Ну, тогда, ребята, фигня получается полная. Почему? Потому что у меня очень мало птерозавров. Всего лишь два. Ну как два? Не два, их, конечно, побольше, но... Вот так вот, что ли? Возьмем сюда клон и сюда тоже клон. Ну, хотя бы один поединок поиграем. Нет, за сегодня это событие можно пройти, единственное, что придется ждать откаты. Ага. Так, берсерк там активирует. Естественно, мы клонируем все это дело. Так, да? Тут еще кровожады, что-то начисляется, там начисляется непонятно что. Я в шоке, ребят, что-то происходит. Все, можно теперь драться наконец-то? Можно. Так, я, наверное, сделаю... Блок. Я сделаю блок.
Так, что он будет делать? Он тоже, ребята, скорее всего, взял блок. Я возьму, наверное, блок и бонус. Трындец он меня обставил. Прикинь. Вот это жук, а. Вот это хмырь, а. Ладно. Вот ты чепушила-то, а. Так, ну что, ему нужно всего лишь две атаки нанести. Раз, два. Он же, по-моему, все слил. И сделаем вот так. Отлично. Так, 414, да? К атаке. Ну что же, посмотрим, что у нас из этого получится. Блин, у него там, я не знаю, что он там взял. Я меняю. А клон что не будет? Будет, будет срабатывать клон. Сколько ему нужно? Давай, короче, я все... Нет, блин, как лучше сделать-то? Я, наверное, все солью. Давай попробуем так. Есть. Так, этого мы ушатываем. А вот сюда он, естественно, все бонусные очки берет. Мы должны клонировать его здоровье. Смотрим. Что у нас из этого получится? 6. 6 бонусных очков. Ему надо потратить 3. 3 у него остается, так? 3 у него остается. И вот теперь вопрос. Куда он будет все это сливать? 3 у него остается. Если он поставит в защиту, то нам кранты. Я, наверное, сделал, знаешь, как? Раз, два, три. И вот так. Просто хочу проверить. Неужели все сольет? Да, ребята, по-моему, мне крышка. Псих ты этот, а? Да-да-да. 7 атаки тут, конечно, не выжить было. Ну, кто же знал, что он вот так вот сделает. И надо было атаковать. Но я, видишь, подумал, что он в защиту там в глухую встанет. Нифига не встал. То есть, очень тяжелое событие, ребята. Как по мне. Ну и награды так себе. Почему такие жесткие правила здесь, я не знаю. Так, ну что, у нас есть с тобой арена или нету? Я хотел поиграть на арене сегодня. По-моему, нету. Кстати, за ту выигрышную арену я получил две карточки на топижару. Так, ну что, давай тогда здесь поиграем, раз уж там нельзя. Будем играть вот в кайнозойскую эру. Поехали. Кстати, археотерия, я еще одного вытянул. Можно будет его прокачать и объединить потом. Так, возьмем вот этого, этого и Эрематерия. Давай смотреть. Какой нам там противник выпадет. Блин, ну конечно с птеродактилями как-то вообще, ребята, люто. Ну уж, серьезно тебе говорю. Я ожидал будет, что помягче. Полегче. Но нифига, безжалостно просто разбомбили. Так, ну что, здесь мы с тобой, наверное, сделаем атаку. Давай. Так, ну 200 это неплохо. Что он будет делать? Менять, скорее всего. Да, он меняет. Ох, ёк-макарёк. Глиптодон. Нам тогда выгоднее вот этого брать. И сделать вот так. Ага, он брал защиту. Ну, две атаки его здесь нам ничего не сделают, как ты понимаешь. Ну что, прописываем тогда, да, получается ему? Раз, два.
3-4. Угу, минус. Так, возвращается Элосматерий. Но у него 158 к атаке. Наверное, все будет сливать. Нет. Тогда извиняй, парень. Готов. Так, и последний. Эриматерий. Такой же, как у меня. Только у него уже прокачанный чуть-чуть. Все в атаку сливает или как? Но у него вариантов нет, ему надо сливать. Да, и он сливает. Окей. Мы тогда тоже с тобой все сливаем. Уничтожить-то вряд ли, конечно, уничтожим, но... Хотя... 67 на 4. Я не посмотрел там статистику по урону, но, в общем, победили мы. Молодец, красавчик. Так, ну что... Крутим рулетку новичка, или как она там у нас, бывалого? Нет, новичка. Умельца даже. Ну, 300 очков доверия, ладно, фиксно. Ну что, я предлагаю про... А, можно еще крутануть. Ну, давай посмотрим, что нам достанется в этот раз. Эть! А 200 долларов были так близки. Ну что, поехали, у нас еще, по-моему, есть, да? Есть. Поэтому давай поиграем. Так, Динотерий, Гасторнис и Дедикурус. Пускай будет так. Смотрим, кто против нас. Ну где соперник-то, эй? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот первый мне не совсем нравится. Уж больно какой-то мощный. Хотя по атаке вообще ни о чем. Так что, друзья мои, в лобешник, короче, первая атака будет ему. И он атакует, да? Да и фиг с тобой. Две атаки тогда делаем. Половину здоровья у него сразу снимаем. А, нет, какой половину? Ну да, половину, ребят, вообще-то. Будет менять, наверное, скорее всего. Нет, ничего не стал он менять. Поэтому в атаку еще раз. Простоял глупо и тупо в защите, да? Ну а теперь что ты сделаешь? Будешь менять? Нет, решил атаковать. Удивительно. Ну что же, две атаки плюс бонус. С ним мы распрощаемся. Так, и появляется у нас Архиотерий. Да-да, это тот самый кабан бешеный. Ну, он тут, конечно, меня, наверное, сейчас ушатает. Да, он все сливает, зачем, только не знаю. Но мы с тобой ушатываем его. Бедный мой слоник. Тут достаточно одного удара. Поехали. Готов. Ну и второй там кто у него? Энтеладон. Тоже какой-то дикий кабан. Он делает одну атаку. Ну, сам понимаешь, да? Мы с тобой остальное все сливаем. Ему крышка. В атаку. Все, 5300, нехилый урон. Но мы победили. Так, давай крутить рулетку, забирать свои призы. Но нам нужно с тобой сыграть за динозавров, если мы хотим. Или что, мы выполнили, что ли, забыл задание? Так, кто нам тут может выпасть? Давай вот это вот. ДНК. Еще разочек. Понятно, монетки, короче. Плохо, плохо, что монетки. Ну что, еще разок тогда. У нас все равно с тобой есть с кем играть. И возьмем
Нет, не архиотерия, а возьмем, наверное, вот амфициона. Чтобы все были разные. Ну что же, глянем, кто тут нам выпадет. 15 миллионов еды у нас, офигеть. Ух, ёк, да вы серьезно, что ли? Ребята, гибрид против нас выступает. Причем довольно нехило прокачанный. А что такая атака-то у него? Серьезно? Так я же его сейчас ушатаю. Ну, конечно, не с одной плюшки, с двух. Но тем не менее. Делает атаку. А мы с тобой делаем две атаки, и ему крышка. Я-то думал, там гибрид будет супер-пупер, а оказался сосунок. Дэдди Курус. Старая дедушка черепаха вылезла. Так, со своими 45 атаками. Ну, что ты сделаешь? Меняешь? О, чё, сколько? 873. Вы серьезно? Вот это люто. Вот это я называю, ребята, люто. Это, конечно, ты да, бро. Что мне тут делать-то? Я не знаю, в защиту вставать. Кто ты такой? Откуда ты взялся? Ё-моё, это трэш. О, рвет. Он все, да, слил? Все так слил, получается. Как вы ушатать-то мне? Раз, два, три. Готов. Фух. Повезло-то нам как, а, друзья мои? Как нам повезло. Ну, с этим мы справимся. Че он там, 4 атаки, если даже сделает, мы его все равно ушатаем. Да, вот это, конечно, жесть какая-то была. 800 с лишним атаки. Первый раз вижу такого. Тем более это обычный редкий. Так, ну что, главное, что мы все-таки выиграли здесь. Забираем, точнее не забираем, а крутим очередной круг рулетки. Так, подожди, вот тут, блин. Хотел посмотреть, что мы там выполнили. Дай пак, пак, дай мне или оленя он того. Нет, дают кусок мяса. Так, еще разочек. Приз любителя у нас уже, кстати. Ну, понятно, 75 ДНК. Ну, не повезло мне в этот раз. Пытался, пытался, не повезло. Забираем. Ага, использовать ускорение, вот что нам нужно. Кстати, а здесь-то я почему не забрал? Почему я здесь не забрал, друзья мои? Ну что это за дела такие, а? Надо же всех забрать и, как всегда, поставить кого-нибудь. Это у нас пока кулазухи. Так, это будет 20. Там, подожди. Так, 10. Да чтоб тебя. 10 и 10. Так, это 20-ка. Значит, нам нужен еще один кулазух. Еще один кулазух. Чтобы было... сороковка. Так, где у нас это, ага. А у нас аж перебор с этими кулазухами-то. Че я столько наплодил-то их? Так, это получается 20-ка, 20-ка, 30-ка, 30-ка плюс 30-ка. Это будет сороковка, да? Да, все. Блин, с кулазухами что-то мы переборщили. Может быть, нам этого забрать. Хотел, думал, может, отпустить как-то можно. Можно продать его. Ладно, пускай будет, фиг с ним. Так, давай посмотрим, кого мы с тобой можем еще, например. Ну, дозух. Нам нужен. Раз. То есть три нундазуха еще нужно, да? Так, давай проверим, есть у нас вообще в наличии три нундазуха. Ага, не за ДНК, нормально. Так, выводим. Подожди, где там? Еще одного выводим. Да, активируем.
И еще третьего нудозуха. Сейчас мы с тобой активируем. А где он? Ага, вот он. Так, три нундазуха нам нужно было сделать. То есть мы с тобой сможем прокачать. Давай глянем, кого еще можно здесь нам поставить. Тиранозавр, это понятно. Так, скалозавр есть у нас в наличии? Нету. Ага, ютарраптор есть? Тоже нету. Ну, это понятно, этого-то нету, ясен перец. Так же, как и этого. Суперзавр есть? Есть. Давай тогда мы с тобой поставим еще суперзавра, чтобы его прокачать уже, как говорится, на 20 уровень. Так, что у нас там? Подожди. А, ускорение использовать. Ну, давай, наверное, сходим с тобой опять же в ПВП, но только уже... Смотри-ка, кайнозойский против наземных. Это как так? Интересно, давай попробуем. Раз, два, три. И мне нужно троих ускорить. Есть такой? Так, бесплатно есть один. Так, еще один. И последний, третий. Вот он. Все, задание выполнено. Нафига ты вышел, а? Рэй, ну что ты делаешь? Раз, два, три. Давай проверим. То есть мы сейчас будем с тобой против кайнозойской эры драться? Нет. Странно, а там было написано, что да. Вы, блин, серьезно? Да, я думаю, что это мне не поможет. Что я сделал-то? Ой, я дурачок. Почему я не поменял-то? Ё-моё. Ладно. Если мы сменим. Все равно мощнее меня. А что делает, а? Вот как вот мне его атаковать? Скажи мне на милость. Тропиогоптер фигов, а? Ушатал. Просто сейчас всех будет валить, да? Ну давай так сделаем. Да, ну ребята, я сфейлился здесь. Как это бредятина полная. На каком-то вот этом летуне вшивом, а? Погорел. Да. На каком-то вшивом летуне погорел. Ну сейчас он тут наберет своих бонусных очков целую кучу. 4, да? Даже если он сейчас бомбанет. Мне кажется, он не будет ничего делать. Никакой бомбежки здесь не будет. Меняет. Ох, как ты удачно поменял-то. Раз, два, три. И вот так. Отлично. Ну и сколько ты там возьмешь? 4 плюс 2, 6. 6 на 54, 200. Не, ребят, не получится. Он максимум тут, ну, 500. Половину отнимет здоровья. Но не пробьет. Ваш ход. Ваш ход, говорит. Ну давай вот так все солью. Все, прыжкаем. Фух, найс. Блин, вот это, конечно, тропиогоптер или кто там был. Он меня немножко взбаламутил. Прям вот из колеи выбил. Я думал, что все, сфейлимся мы здесь. Удачно, я уже просто психанул и по полной программе уже пошел в атаку. Ну что у нас тут? А, кстати, приз эксперта уже идет. Опять топижара. Мне скоро этих топижар можно будет солить.
Ну, еще разочек крутанем. Посмотрим. Да чтоб тебя, ну. Ладно, с точку в доверии. Допустим. У нас там опять этот код загорелся. Ну, чтоб тебя, а. Иди, справляйся. Все, выполнили мы, короче, с тобой задание. Так, забираем. И забираем. Что нам тут выпадет? Еда, ДНК, 35 долларов и хавка. Все. А возможно, вот такое вот могло выпасть, но не выпало мне. Так, 95 очков доверий. Так, что у нас тут? Вывести, вывести. 11 минут, и у меня, я надеюсь, анкилозавр все-таки уже прокачается. Потому что очередь большая, как ты видишь. Много кто хочет у нас прокачать себе левел ап. И я не имею права их задерживать. Ну и за доллары я тоже не хочу ускорять. Так что 11 минут я уж потерплю. Ну что, друзья мои, а с вами мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.